Балин Семен является серебряным призером Сибирского федерального округа. Ему 15 лет. Занимается под руководством тренера Виталия Казимирского, Павла Савкова. Пять раз участвовал в Лиге борьбы Кузбасс. Также был удостоен награды за волю к победе. В этой встрече чистую техническую досрочную победу одержал Камбалин Семен, представитель команды «Кузнецк». Владислав Дебеньков из Авария.